На сумку, ну, которую ты мне подарила. И мне пренебрежительно. Китай. Я говорю, угу. Дольче Габбана. Она, дайте посмотреть. Сумку взяла, а у самой аж глаза на лоб полезли. Такая 300 тысяч стоит. Мам, ну какая разница, это же подарок. Любкина дочка только выделываться умеет. В кредит все покупает, на идеи экономит. Мол, здоровый образ жизни, но я-то знаю. А ты у меня молодец. Хорошо, что на иньяс этот пошла и в турфирму свою эту. Я прям горжусь тобой, Катюша. Мам, я давно хотела тебе сказать, я не работаю в турфирме. Уволилась? Я никогда не работала. Я эскортница, мама. Трахаюсь с мужиками за деньги. Ну не молчи, скажи что-нибудь. За деньги. А меня всю жизнь бесплатно трахали. Обидно.